И очередная победа Санатолия Лермонтовский. Одесский хозяйственный суд вынес решение об отсутствии права хозяйственного ведения у госпредприятия Санатолия Лермонтовский, которое было создано Министерством юстиции. Отмечу, что Минюст снова сменил своего представителя в суде. Сотрудники Лермонтовского уверены, что таким образом процесс пытаются затянуть. Представитель ответчика попросила перенести заседание в связи с тем, что она не успела ознакомиться со всеми материалами дела. Но судья заявил, что заседание уже несколько раз переносилось, и именно сегодня необходимо принять решение. Сегодня рассматривался иск санатория Лермонтовского против дочернего предприятия-двойника, которое создало Министерство юстиции, об истребовании имущества санатория Лермонтовского из хозяйственного ведения Министерства юстиции. Министерство юстиции в свойственной им манере пришла новую группу юристов, которые хотели сказать, что они не знают ничего об этой ситуации, хотя уже 2 года идут война вокруг санатория Лермонтовского. Сейчас санаторий Лермонтовский остается в собственности Федерации профсоюзов Украины и находится в хозяйственном ведении Укрпрофздравницы. Суд признал о том, что у государственного предприятия, которое создано было Министерством юстиции, отсутствует право хозяйственного ведения. То есть их попытки зайти на территорию санатория, блокировать его работу, выгнать сотрудников на сегодняшний день, как минимум, могут быть пресечены. То есть на сегодняшний день суд признал на самом деле очевидное, потому что право собственности за Министерством юстиции было отменено, об этом есть соответствующая запись в реестре. Я напомню, что судебные разбирательства по этому делу длятся уже 2 года.